Собравшиеся на площади Алато с большим вниманием слушали поздравления руководства страны с надеждой на светлое будущее. Люди отметили, что высоко ценят все усилия, прилагаемые для развития республики. Биз үчүн өзүбүздүн үрп-адатыбыз, каада-салтыбыз, кыргыз тилибиздин алган күнүбүз болгондуктан биз аябай ушул күндөр менен сыймыктанышыбыз керек. Особенное впечатление на зрителей оказал военный парад. Солдаты, чеканя шаг, прошли в сопровождении мощной военной техники. Команда, ким боласын? Салатпы. Танкалар жактыбы? Ооба. Эмнеси жакты? Баарылы жакты. Автомат эмелер. Я поздравляю народ Кыргызстана с честь 30-летия Кыргызской Республики. Парад жактыбы? Ооба. Танкалардын кайсынсы жакты? Эме жанагы. Аткылары жакты. Балталары жакты. Жан дүйнөбүз өнөр болуп жатпайбы? Далее последовало торжественное шествие представителей разных сфер, от культуры до спорта. На лицах участников недвусмысленно читалась гордость за свою страну. От всего сердца хочу поздравить весь кыргызский народ с этим замечательным праздником. Я рада тому, что я родилась здесь. Я горжусь тем, что поднимаю флаг Кыргызстана на международных состязаниях. Отпраздновать со всеми на площадь пришли представители всех поколений. Каждый делился своей радостью и гордостью. Традиционный праздничный концерт из-за жары был перенесен на вечер. Нурбек Иманов, Сайфуддин Мурзаев, Азамат Джапаков, Алато 24.